Театральная постановка по реальным событиям «Вариант» готовится представить спектакль о военном времени «Сквозь огонь». Актеры уже с успехом ставили его в прошлые годы, однако теперь готовы показать обновленную постановку. История военных лет обычной уральской деревушки на берегу Чусовой. Сценарий спектакля «Сквозь огонь» трудно назвать вымыслом. В своей пьесе автор Владимир Гуркин, по сути, описал те несчастья, которые случились в Великую Отечественную почти с каждым. Спектакль – это своего рода воспоминания. Здесь рассматриваются семьи трех сестер. И по каждой судьбе война прошлась своим таким тяжелым железным сапогом, переломав судьбы, жизни людей. Сейчас мы этот спектакль восстановили уже с мультимедийными экранами, с мультимедийными нашими новыми возможностями. Прожить еще раз жизни героев на сцене решили не только в честь приближающегося 9 мая. Еще и возможностей стало больше. Теперь в здании театра обновлено почти все. Новый свет, проектор и экраны позволяют создать любые декорации. А новое звуковое оборудование делает комфортным просмотр на любом ряду. Теперь вариант – универсальная площадка. В ближайшее время у нас, например, 28 апреля планируется рок-фестиваль памяти Николая Петрова. Сейчас мы ведем переговоры с Everjazz, известной площадкой джазовой. Если у нас все сложится так, как мы планируем, то 21-го, в Международный день джаза, на нашей площадке здесь состоится концерт джазовой музыки. А вот обновленную версию спектакля «Сквозь огонь» можно посмотреть уже в ближайшие дни. Два премьерных показа пройдут 13 апреля в 18:30 и 14 апреля в 18 часов ровно. Никита Нехорошков, Александр Захаров, новости Первоуральск.